Мы продолжаем цикл сюжетов о работниках ММК, признанных лучшими по итогам минувшего месяца. Герой нашей очередной зарисовки – старший резчик 8-го листопрокатного цеха Олег Артамонов. Помимо грамотности и исполнительности, отличает нашего героя еще одно качество, ценное в любой сфере деятельности – интерес к профессии. Все подробности далее. Эта стальная лента пойдет на изготовление патронов. Рулоны отправятся на оборонный завод. Здесь же, в 8-м листопрокатном цехе металлургического комбината, на агрегате продольной резки делают, можно сказать, заготовку. Лист металла делят на две полосы, убирают кромку. Продукция проходит ультразвуковой контроль, а после и ручной. Это берется один раз с партии для контроля качества, ширины, геометрических размеров, качества поверхности. Олег Петрович Артамонов редко заглядывает в таблицу, где указаны нормативные размеры. За 32 года работы в цехе и цифры выучил, и буквально на глаз научился оценивать металл. После училища по распределению он попал на комбинат. Работал сначала оператором агрегата, сейчас старший резчик. Работа-то старшего резчика заключается в организации на агрегате, но приходится все делать. И за пультом стоять, и работать на линии. За пультом ответственная работа. Контролируешь весь процесс, скорость агрегата, натяжение полосы, кромку опять же смотришь, чтобы не тянуло. За пульт управления агрегата Олег Петрович сейчас встает реже. Его задача – организовать работу бригад. А еще он наставник с большим стажем. Те, кого учил когда-то, сегодня им руководят. Я дорос до сменного мастера, но до сих пор приходится обращаться к Олегу Петровичу за советом. Ну, я считаю, что у него, наверное, природный дар педагога. Почему? Потому что пришел 16-летним пацаном, ну, можно сказать, как отец второй мне был. Семья Олега Петровича действительно образовалась в 8-м листопрокатном цехе. Здесь он познакомился со своей супругой. Работали вместе. Ну, она контролером работала, я работал на агрегате резко, контролировала. Дочь сейчас тоже работает контролером. А сын учится в институте. Ну, немножко по другой специальности, но я надеюсь, что он тоже придет на комбинат. Олег Петрович говорит, его не впервые признают лучшим рабочим. Его бригада была передовой еще в комсомольские годы. Однако каждый раз такая высокая оценка труда накладывает на него еще большую ответственность за работу. Надежда Яксова, Владислав Гусев, телекомпания ТВН.